Приморье будут снижены налоги для производителей одежды. Законопроект одобрен на заседании Законодательного собрания края. В настоящее время одним из приоритетов развития отрасли отечественной экономики является импортозамещение. Поддержка местных производителей одежды необходима. Установление обозначенных законопроектом налоговых ставок позволит высвободить дополнительные оборотные средства у бизнеса, которые могут быть направлены на уплату текущих платежей, компенсировать курсовую разницу при закупке товаров, сырья и оборудования, а также развивать креативную индустрию в период экономической ситуации, что даст толчок открытию новых отечественных производств в Приморском крае. Также в Приморье упрощено оформление ежемесячной выплаты на содержание детей под опекой. Законопроектом предполагается усовершенствовать механизм порядка назначения ежемесячных денежных средств опекунам путем исключения необходимости предоставления вместе с заявлением о назначении ежемесячных денежных выплат документов, которые уже имеются в распоряжении органов опеки. Чтобы оформить выплаты опекунам и попечителям, нужно будет предоставить только заявление и недостающие документы. Также будут сокращены сроки рассмотрения заявления до 10 дней, а опекун должен быть уведомлен о принятом решении в срок до 5 дней. Анна Дьякова, новости на Восьмом.